Это Град, и мы посмотрели с удовольствием феномен 96-го года впервые, и мне он очень понравился. Режиссер Джон да что ж такое, Тертлтауф, конечно же. Ну, Джон Траволта, хорошо сыграл, хорошо. Джон Траволта, Юра Седвич, Форест Уитигер, Роберт Дюваль, Джеффри Деман, Ричард Кайли, Дэвид Галлахер, Эшли Бек или другие гаврики. Хорошо сыграл, Джон Траволта. Все-таки теперь у тебя бабище, да и с прицепами. Неплохо такие. Автомеханик Джордж Мелли безнадежно влюблен в очаровательную женщину. Ну, да как бы на вкус и цвет. Которая недавно переехала в его городок. Она не хочет завязывать новых отношений. И незадачливому поклоннику может помочь только чудо. И оно происходит. В день его рождения какая-то таинственная сила наделяет Джорджа уникальными умственными способностями и даром телекинеза. Возможно, теперь неприступная красавица наконец обратит на него внимание. Ну, понятно, все ради бабы. Но факт-то другой. Что за сила наделила его способностями сверх? Он же стал сверхчеловеком, походу. Да не походу, так и есть. А он все за бабище с прицепами гонится. Да что же... Фильм действительно интересный. Задумка интересная. И на 7 баллов. Почему бы и нет? И премия канала MTV. Всего лишь номинация. Лучшая мужская роль, лучшая песня и лучший поцелуй. Зрителей в Америке 23 миллиона. Бюджет в 32 миллиона. Сборы в США на 104 миллиона. Но премьера мирится с 22 июня 96-го. Релиз на DVD был 2 августа 2011-го от Walt Disney Company СНГ. Вот так вот. СНГ. Да еще и Disney Company. Посмотрите этот прекрасный фильм. Феномен, здесь саунд. И сама атмосфера такая доброты и чего-то такого тайного и интересного. Ведь не каждый день тебя наделяют сверхспособностями. Феномен. Мы были в 96-м году. До новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Игра Ревью в Яндекс.Зен. Помощь автору будет очень признательна. И welcome back.